Рим требует ответов от международных организаций в связи с трагедией в Демократической Республике Конго. Спецрейс доставил на родину тела сотрудников итальянской дипмиссии, которые погибли 2 дня назад в ДРК в результате нападения на автоколонну. Почему посол и его охранник не воспользовались имевшимся в их распоряжении бронеавтомобилем? Кто принимал меры для обеспечения безопасности миссии по посещению школы на востоке страны? Рим призывает к проведению тщательного расследования. Миссия проходила по инициативе ООН. Сама поездка была организована Всемирной продовольственной программой. Мы ждем, что она предоставит нам подробный отчет, который не упустит ни одной важной детали о программе данной поездки и мерах по обеспечению безопасности ее участников. Мы дали ясно понять, что рассчитываем получить четкие, полные ответы в самое ближайшее время. Параллельно выяснять обстоятельства случившегося на месте будет специальная группа итальянских следователей. Ранее МВД ДРК обвинило в организации нападения руандийских экстремистов. Те заявили о своей непричастности. Государственные похороны сотрудников дипмиссии пройдут в четверг в Риме.